Здравствуйте, наши дорогие сладкоежки! И снова мы вас рады видеть в нашей традиционной рубрике «Выбор Чики-Бука». Сегодня в цепкие лапки Чики-Бука попала компоте французской фирмы номер один, причем среди джемов и конфитюров, Bon Maman. Ням-ням! Да, сегодня мы будем пробовать компоте груша и айва. Который состоит на 100 грамм продукта, 80 грамм приходится фруктов. Bon Maman, скажи, конечно. А почему компоте такое стромное, будто компот? На самом деле это пюре, фруктовое. Да. В состав меня немножко удивляет, почему-то написан персик. Хотя пюре из груши и айвы. Конечно, скажи. А почему? А оно самое мягкое. Ну, потому что это пюре. Возможно, трудности перевода, я не знаю. Сейчас будем пробовать. Пока наши знаменитые и уважаемые эксперты открывают другую сторону, я вам расскажу еще несколько фактов о фирме Bon Maman. Нам нужен... А, получилось. Можно я наложу? Ой, чики-бук, прости. Ложечку возьми. Фирма Bon Maman использует для изготовления своей продукции только натуральные фрукты, ягоды. Можно начать пробовать? Конечно. Без консервантов. Персиковые. Пробуйте. Грушевая. Грушевая? Да. Можно усы снять? Я мешаю. Груша. Знаешь, неправильно перевели. Груша айва. Очень вкусно. Да, кусочки груши больше всего чувствуют, чем айва. Нет, айва тоже немножко вяжет, да. Но очень вкусно. Дорогие эксперты, вы отложите немножечко ложки. И скажите нашим многоуважаемым телезрителям, рекомендуем мы этот продукт? Да, я могу отложить, то рекомендую очень. Да, можно по нашим многоуважаемым экспертам сделать. Отложить могу, но очень вкусно. Рекомендуем. Рекомендуем. Очень вкусно, я бы еще такую тарелку съел. Я бы тоже. Еще, ням-ням.